Ну что же, здравствуйте, дорогие товарищи. Сегодня мы с товарищем Хиггсом поиграем в зловещую игру со зловещим названием «Орки должны сдохнуть», «Orcs must die», причем два раза, ну, то есть «Orcs must die 2». Вот, и, собственно, будут умирать они от самых разных страшных устройств. Ну, считайте, что мы играем за... инквизиторов, святой, что там, храмовников, которые не любят выпадающих из всяких порталов орков. Как-то так. Пока что мне напоминает это по внешнему виду, по меню, Dungeon Keeper, но еще игру я не видел. А, ну да, там такая Warcraft подобная, ну типа Warcraft 3 подобная, или Вовка. Вот. Такой классический. У нее, кстати, первая часть была замечательная, вторая часть вот то, что сейчас мы будем играть, а третья часть тоже готова, ну, сделана, ну, как бы есть. И вот они сейчас делают кооперативщик на 4 человек. Ну, то есть, может быть, когда выйдет, будет стоить, ну, если нам понравится вот эта вся фигня вместе играть, то, собственно, может быть, будет резон поиграть и в кооперативку на 4. Неужели я погибну вот так бесславно, загнанная в угол, лишенная власти, Балин, окруженная врагами? Я достойна лучшей участи. Они пришли за мной. Когда-то я была их королевой, а теперь это мои палачи. Вдруг, откуда ни возьмись, возник портал, очень странный и зыбкий. Я почувствовала, как ко мне вернулась частица былой силы, но ее не хватило бы и на то, чтобы подчинить даже одного орка. И все же, этот портал — путь к спасению. Пройдя через портал, я увидела его. Он стоял прямо передо мной, а на его лице красовалась глупая ухмылка. Я успела крикнуть только одно. Беги! Беги, сука, беги! Так, ну что там у нас? Вот теперь этот звук обратно ушел, непонятно куда. Да-да-да. Ой. Сейчас что-то не какой-то ахнунг со всем этим делом. Да-да-да-да-да. У тебя тоже очень громко было, да? Да, громко, а сейчас теперь... Так, ну я, наверное, возьму теперь босс. Очень тихо. А, тут ограниченное количество ловушек, то есть, когда один играешь, ты можешь дохренище поставить. А, так. Так, вот так вот. Скипетр власти, что... Так, а где мои бабки? А, вот слева, 2000 и... Тяжелый пехотинец, пехотинец, орк. Так, а всего 3 ловушки можно брать, да, с собой? Да. Так можно все взять сейчас, по идее, или не стоит? Все не возьмешь. А мне всего 2 ловушки доступно. У меня чуть больше, видимо, потому что я немножко еще... Смотреть. Наверное, да. Ой. Я упал просто. Так, и это они из синего портала, и вот это вот туда. Да, вот туда. А они маневрируют? Или идут по прямой? Сколько у нас вообще денег? 2000, да? Они идут по всякому свободному пути. Так, ну понял. Вот тут как-то можно увидеть этот путь. Собственно, и где-то там попытаться... Сориентироваться. Так, они оттуда, наверное, пойдут все-таки. Вон из этого портала. Я тогда здесь вот поставлю парочку. Так, а ты где будешь ставить? Ты уже забыл. А я... Вот тут. Зелье. А это что за зелье тут? Наверное, когда тебя подранят, тогда, собственно.
одна из проблем. У тебя сколько было? 2000? Да. Попробуем такие вот. Так. В принципе, я готов. Деньги закончились, но посмотрим. Так, а ты где? Сейчас я пойду гляну. Я около портала. Это темп наставил. Он на мини-карте, кстати. Ага. Ага. Нет, вот эти. Подожди, а что это показывает на мини-карте? Что там? Это тележки ездят? Тележки ездят. А, да, понятно. Угу. Так, а что оружие, кстати, вот стреляет? Это спешл, понял. А? Вот этот смолу, наверное. Не знаю, не очень-то. Выбор-то поставил. Ну я думаю, они будут заходить и как раз под стрелы под вот эти попадать. По-любому они вдоль стеночки пойдут. Я просто потом еще поставлю дальше и еще дальше. А, там, по-моему, еще с другой стороны будет. Дай-ка мне немножечко еще подумать. Так, они не должны добраться вот. Вот. Я белая стрелочка. Они не должны добраться до этого амбара. То есть. А, ну тут простая карта, скорее всего, ничего сложного не должно. Окей, тогда я. Специально для тебя. Нету здесь, блин, мест таких, знаешь, где бы можно было бы по прямой в коридоре устроить им вакханалию. Выпускайте Кракена. Да. Релиз даже. Жмем? Да, да. Начнем урок. Поехали. Кто вспомнил меня? Будет сделано. Мне!
точно не надо было поставить. Да, может быть, там поближе к ним, да, на к выходу. Ну да. Так выходит, чтобы сразу спинку почесало. Пойду пока сниму. Так, как там это снять? Е. На Е. 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 Е, 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 дэн дэр дэн дэр дэн дэр 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 дэн дэр дэн дэр Ничего на свете лучше нету, чем выпить по лодку с арбалета. По гоблинам мы тарим пулемёта. Может быть, тут еще поставить можно. Ну все. Тут хода нельзя поставить. Вроде здесь никаких дополнительных хитрых ходов нету, поэтому... Все, можно идти. Наверное, даже отсюда постреляем. Готов. Начнем? Нет, нет, все нормально, они не проходят. Да, прикольно. А что, три черепа заработали? Продолжить. Подожди, тут в этом. А, книга заклинаний. Да, можно немножко проапгрейдиться. Сейчас один момент. Пам-пам-пам, пам-пам-пам. Я, наверное, что такое выбрать, да? Так, шипы, 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 шипы. А, тут шипы можно еще проапгрейдить немножечко. Да. Вот тут надо реально подумать немножечко, да? Угу. Думаю, пока да. Ладно, я на охладителе остановлюсь. Там посмотрим. Тут, короче, всю кампанию надо пройти насквозь, потом на максимальной сложности. Это как бэктрекинг. И вот, собственно. Да.
А я, наверное... Хотя, не знаю, на потолке настенные стрелы можно устанавливать, если сейчас еще черепов подкопить. Но на потолке как-то особо смысла от них не будет, мне кажется. Угу. Ну, по-разному бывает. Иногда там нельзя поставить внизу, а вот сверху можно. Угу. Ну, короче, пока подкоплю. Да. Короче, поехали дальше. Продолжаем? Продолжаем. Что это за туннель? Так, окей. Как это понятно, вот это элементаль будет, какой-то черепашка ниндзя. Так, сейчас надо мне в настройках голос немножко побольше сделать. Вот так, это таки случилось. Музыку поменьше. Так, ты тоже что-то поменял? Нет. А. Нет, совсем нет. Окей, да. Значит, у нас тут два портала, они идут на один выход. Ну, то есть, да, получается, да. А тут еще снизу проход. А куда он идет? Никуда. Зачем он? Я так понимаю, что все понятно. Надо вначале это закрыть. Я могу только две поставить. А, ну тут как раз две получится, вот так вот. Ой. Сделаю так, да. Да, скорее всего, не по краю особо не будет. У меня больше нету денег. Вот так. Ну все, я готов. Ничего не так. Ну, подходите. Есть такая палочка. Забра. Она стреляет, у нее юбка подпрыгивает. Видимо, сильное электричество. Кстати, погнали еще враги! Курва, бобер. Да не. Одна твоя, одна моя. Они уничтожили приказ. Слава. Да,
закончили. Отлично. Погнали еще враги! Им это понравится. Какой сюрпризик для нас? О чем была речь? Только не в моем доме! По идее, мы все типа, да, можем. А, я могу третью поставить. Чудесно. Элементаль идет. Ах, собаки. Thank you.
Но вроде прошли. Но пропустили. Да, хоть и не идеально. Ну, пошли, главное. Что там с ветром власти? Соберу себе. Угу. Охладите, уже нормально все показал. Мне еще черепа докинули. А как так? Почему здесь два черепа? А в меню 7 новые черепа. А, понятно. Тоже. Продолжить. Давайте. А, пробел. Ой. Игра вылетела. У тебя прям игра вылетела? Да. Странно. Здесь, как оказалось. Зачем? О, теперь нормально. Старые немощные маги ордена не хотели действовать так, как подобает правителям. Орки помогли мне избавить мир от грязи и скверны. А, власти захотелось. Понял. Власти захотелось, да? Угу. Так, с двух сторон идут. Потолочная ловушка мне здесь явно не пригодится, понятно. Еще переключать тележки, да? Этого будет достаточно. Давайте. Так, а с какого места они придут? Вот так, что ли, поставить тогда? Пора на пикник!
работает. Я готов делать больше. Я тоже. Ну, помчали. Ты следишь за полетом мысли? Да. Таких нету. Так быстро. Ага, в другую сторону переключаем на тележке. Долбанные гремлины. Давай, затолкаем их обратно в дыру, из которой они лезут. Это было увлекательно. Откуда? Следующая группа. Не указывается. Начнем урок. Пусть замерзнут. Гребаные крысы. Моего превосходства. Так, пристраиваемся. Здесь четверочка плохо. А ты не прилипни! Думаешь? Другой, да. Ты думаешь, стоит там с той стороны поставить? А, я думал, ты имеешь в виду, я неправильно поставил. Я понял. Оставьте надежду, маленькие орки. Выпусти пар, Беннет. Это что? Это из моей коллекции. Это я что-то вспомнил. Выпустить орду, мне что-то в голову лезло. Выпусти пар, Беннет. Так, это прекрасно.
крыса. Если так пойдет и дальше, закончится он. Блин, да. Все книги заклинаем. Что там у нас есть? 8 черепов. Да еще что-нибудь. Пра-пра-пра-пра. Гривец. О, хорошая штука, мне нравится. Надо подбирать. Еще недоступна баррикада. Но нужно дожить до нее, так сказать. Сера. А, я пока сейчас еще думаю, секунду. Ну все, да, я тоже готов. Угу. Поехали. О, поляки еще одного Dying Light делают. Порталы растут как грибы. Тем лучше. Чем больше порталов, тем мы сильнее. Окейшки. Вместе мы сокрушим орков. Так. А потом что? Ну, сейчас смотрим, поженимся и рожаем целую армию малышей боевых магов? Скорее я вырву сердце у тебя из груди. Кто б сомневался. Вот какая отсюда скотина, да? Ага. Так, и куда? Тут они отсюда идут, да? Так, в эту дверь и в ту дверь пойдут. Ага, то есть тут надо попеременно надо защищать одну и вторую. Окей, так. Что ж, тогда, наверное... Поменяет нам
И пум-пум-пум-пум. Так, это есть, наверное, еще. Собирается выходить отсюда, правильно? Да. Я не понял, у потолочных вот этих ловушек радиус срабатывания всего одна клетка? Но потолки такие высокие же. Но это не на эти потолки, там будет. Здесь она бесполезна будет. Да. Ага. А вот эти ловушки, интересно, будут выкидывать их? Да. Ты в одну сторону, я в другую. Надеюсь, они не пойдут по переходу в другую сторону. Нет, сейчас они не пойдут, сейчас они. Хотя. Нет, они по ближайшему пути идут. Самый короткий. Ну да, они же тупые. Это же орки. Ну все, помчали. Давай. Что за стрелки с арбалетами? Тут уже фан шоу, да, он пошел. Магия БДСМ, что ли, есть? Да, я могу сконвертировать на себя. Уверена, это еще не все. Сказать, соблазнить. Кожаными одеяниями, идите, да? Идите в душ, да, маленькие орки. Так, откуда со второй стороны теперь? Ой. Че это ты... Взял и спрыгнул. Радикально сыграть. Ой, они с обоих сторон. Ладно, я туда с этой, а ты стой, может быть, или как-то. Надо повысил ты. Если там пойдет и дальше, не закончится орки. Какие-то есть из-за того, что я помер, отрицательные эффекты? Я не знаю. Почти не может. Но я не уверен. Может быть, сейчас с первого раза уже привыкли там в карте. Все нормально. Обожаю бурлящую кислоту. Так. Так,
вот эти не нужно еще. Вот это можно немножко у дверей, которые поставлены. А куда их поставить, я даже не знаю. Я так последний рубеж решил. Вот так вдоль стены, здесь вдоль стены. А здесь ты просто уже, ну, все заставлено, больше некуда ставить. Ну ладно. Не, просто некуда поставить здесь больше. Сюда не ставится. Не обязательно же эти ставить, ну, подешевшие там, напольные какие-то. Ну, какая у тебя стратегия? У меня есть план, я его придерживаюсь. Ага, да-да-да, отличный план, отличная стратегия. Поставил и забыл! Вот это неожиданный эффект. Огрен пришел сверху. Уже все. Так, тут мана и здоровье. Иди ко мне. Для тебя боль, для меня все. Отлично. Слоты.
Ну что, помчали. Куча мертвых, вот так. Только приворожило. Они от меня отбегают в пропасть. Помнишь, это была черная комедия про... Крисы Такер против Лайда, что-то. Там где типа пародия на эти маньячинские фильмы. Да-да-да, я понял. Ну вот, орки пришли к нам и самоубиваются. Да-да-да-да-да-да. Чему такая серьезность? Да блин, что у меня опять вылетело? В самом конце. Да, я не понял, что за фигня. Никогда не было, и вот опять. Да. Мне, кстати, Hunt Showdown все готов. Если что. Ну давай, ловушку. Если третий раз вылетит, то, собственно, угу. Это будет знак. Так, это... Пригласи меня, что ли? А я вот пытаюсь понять, как мне сейчас это сделать. Вроде бы, в меню компании, наверное, выйти. Создать команду. Угу. Угу. Здесь нам должны давать уже эти баррикады, судя по скриншоту. А тебе напарника гнома дали? Не, думал, у меня немножко другое, походу. Старые маги. А, да, тебя, кстати, да? Дали. Это да. Ты на что намекаешь? Вы последние боевые маги, а ты, гораздо старше меня. Ага. Нет, конечно, ты не старуха, ты вообще прекрасно выглядишь. Да, продолжай. Да я все сказал. Так. Гномы, как всегда, в своем репертуаре. Надо поставить штуку. Идите в душ, маленькие орки. Маленькие орки. Я пока не пойму логику карты. Зачем тележки ездят сверху? Это просто антураж. А, по ней стреляешь, и она выливает. Ага. А, ну да, да. Ну вот видишь. Сам нашел. Молодец. И вот мины еще непонятно почему-то подсвечиваются. Что они дают? Чуть-чуть вперед.
Куда его поставить? И что будет происходить вообще? Он будет бегать или что? Я думаю, будет стоять. Вот путь идет сюда. Угу. У меня еще какие-то взрывные бочки есть, поставлю-ка я перед выходом на всякий случай. Ну все, что, помчали? Обожаю бурлящую кислоту. Тар, привет. А тебя как? Вроде нормально пока, прием. Гномы грохнули. Ну да, эти стражники, они такие. А его продать нельзя, я бы продал. Не очень надежно. Чудесных смертей. Да, эти долго не живут. Ой, там со стороны прорыв. Мы уже почти здесь.
и острые. И не говори. Хорошо, Димитар, спасибо. Мы сейчас немного поиграем и потом пойдем играть Hunt Showdown, наверное. Эй, гном. Он ожил тебе или как? Кстати, да, он ожил, действительно. Так, сейчас надо все передумать. Сейчас я их продам в рабство. Да, без баррикад здесь трудно. Угу. То есть те, которые сам ставят жертву. Эти-то уничтожаются, но они довольно бестолково. Так, что тут у нас там? 4. Так поставим. А можешь рассказать, с чего начался твой канал? Хороший вопрос. В далекой галактике я решил делать ролики, всякие топ-10 фактов о том или ином. Заготовил материалы и начал делать ролики. Но один, кстати, выстрелил очень сильно. Вот этот, который мне там 700 тысяч просмотров набрал, или сколько. А так, в остальном, там по 20, по 30 тысяч просмотров видосы. Но потом я обленился, как обычно все и поступают. Конечно, потом уничтожает эти камикадзе, но тем не менее. Угу. Ну что, выпускаем кракена? Давай выпускаем кракена. Бойтесь меня. Это я случайно выстрелил в потолок, а там, оказывается, еще и камни можно с потолка скидывать. Спасибо, Димитар. Буду стараться. Это было приятно. Спасибо, спасибо.
Тар пишет, что он очень рад, что в мире есть такие люди, как мы. Спасибо. Да-да-да, пока держу толпу. А я немножко назад отошел, просто поставил динамо. Так все нормально. Сколько я хотел бы подписчиков? Хороший вопрос. 1100 мне бы хватило. Да нет, на самом деле, ну, чем больше, тем лучше, но я не гонюсь за большим количеством. Но хочется, конечно, побольше. Хотя бы 1010 для начала. Было бы круто. Всего потихонечку. Да. Сначала 1000, потом 5, потом 10, а там уже будет 3. Да. Ну, спасибо за интересные эти слова, мои вопросы. Че она говорит, хочет пошалить? Малыш, давай пошалим немножко. Рыцарь. Прошу вас, встаньте в очередь. Спасибо, Димитар. Ты чего ночью не спишь? Я их остановлю. Так, ну вроде все. Карта крайне, да, запутанная. Полагаю, убирать придется не мне. Да, бессонница это да. А мы это самое, по пятницам, как обычно, собрались вот поиграть. Есть у нас такая традиция, почти как баня. Только не баня. Только баня... по-английски, Стима. Парилка, паровая машина. Сауна. Пусть замерзнут. Гном, чё отвернулся? Стыдно. Кто у вас диспетчер? В ДРГ. Не знаешь? Стыдно не знать. Че молчишь? Стыдно? Так, сейчас. Короче, я поставил тут толпу гномов на охрану. Отличный план. По пятницам, да, 100% каждую пятницу в 11... С 11 до часа где-то начинается стрим. Да. По будням какие-то другие... Ну, какое-то другое время вполне возможно. Но по пятницам всегда железно, уже целый год, как мы собираемся с 11 до 12 примерно. Yes, yes. Ух ты, а гномов можно толкать? Прикольно. Подтолкни. Одному фу. Варфок. Ну вот, мы начинаем. Ну
Куда я? Я так рассчитывал, что они слева пойдут. Посмотреть, как гномы будут работать. О, отлично, они пошли слева. Ну-ка посмотрим. Так, а ты что тут забыл? Давай, ну, ты забыл убрать. Они слева! Гном еще и в рукопашку мочится. Прикольно. Да, с големом он не справился. Вы максимум не спали. Я вот, например, 2 дня из-за войны были взрывы, и мне пришлось ехать на поезде. Короткая схватка. Да, это жестко. Это где? Я не знаю, где он живет, но, видимо, где-то в зоне боевых действий. У меня был случай в жизни, когда не спал 3 дня. Даже 4, я не помню. Нет, вообще-то у меня точно был случай в жизни, когда я не спал 4 дня, я точно помню. Но это был самый паршивый дни в моей жизни. Да-да-да, пошел верментит. Пёры идут. Если честно, я из Украины, но я за мир. Я не хочу войны. Думаю, все не хотим войны. Война — это плохо в любом ее проявлении. Да. Это очень плохо все, что происходит. Ну, я сейчас надеюсь, ты в безопасности или... Близко, все рядом. Так, ловушки. Баррикады появились у меня. О, баррикады, да. Кстати, с Днем Харькова. Ну да, поздравляю. Поздравляю с Днем Харькова. Угу. Так, книга заклинаний. Понял, понял. Много известных людей из Харькова, кстати говоря. Танцевали? Кстати, тоже, да. Тен тоже. Гном наносит больше урона, не знаю. Что выбрать? Или покопить денег на оружие? Я, наверное, возьму. Баррикады.
Баррикады и так вроде дали. Ну, да. Ты готов был? Да, я готов, да. Тайное ущелье. Тайная комната Дамблдора. Физика — это очень весело. Да ё-моё, чё все время жду загрузку? Тут же пробел надо нажать. А тебе это нравится? А тебе это нравится? Ну, да. О, портал. Баррикады. Так. Так, надо разобраться. Как портал один. Портал один, а да. Это что за порталы? Так, тут два лучника. У меня несколько лучников на этих стоят. Вероятно, будут... А, то есть... Шмалять. Надо менять вообще, конечно. Так, мои баррикады. Лучников это ты поставил? Нет, они сами. То есть не сами, они тут были. Угу. Слушай, ну вот эти, вот этот портал слева прям подстава. Он прям возле нашего портала выходит. Не, порталы они не используют. Да? Ну, да, эти вот дырки. Ладно. Какой тип музыки вам нравится? Мне вот рок и метал. Ой, я тоже люблю и рок, и метал, и рэп люблю. Американский 90-х годов. NWA мне нравится очень группа. Я так по-всякому. Да. Вот. Приехали из Вены. Так, там опера, балет, все дела. Посмотрели сейчас фильм Амадей, весь в классической музыке. Угу. По ситуации. Ну да. Вообще я раньше брейкдансом занимался, поэтому мне брейкбит еще очень нравится. Я иногда в машине люблю послушать. Угу. Так, окей. Что тут? Так, вроде все. Так, мне еще не все сейчас. Кстати, и переделки устроил, в общем-то. Надо как-то тут поделиться. Блин. Чуть-чуть. И я гномов не там поставил. Дети, пора купаться. Я поставлю гномов к лучникам туда. Отличный план. Надежные. Швейцарские часы. Где золотишко, да? О. Да что ты все падаешь? Сейчас. Нужно больше золота. Ну, нужно. У вас есть PlayStation 5 или 4? Нет, я не фанат консоли. Я, как это говорится, пока боярин. Хотя PlayStation 3 у меня была. Даже и Fat и Slim версия. А так из консоли у меня есть Dendy и Sega. 8 и 16 бит и картриджи. Иногда я ностальгирую, сидя под телевизором. Сидя под телевизором. Да. Я готов. У меня даже есть картриджи. BattleTots у меня есть все части. Mortal Kombat 3. Ultimate. Черепашки ниндзя, Чип и Дейл, Линстон у меня есть, Бугермен. Это паркурщик, да. Да. Майкл Джексон, жалко, у меня нету. Кто такой картридж был? Ага.
Ну, продаются, кстати, карты же. Я скорее сразу приставку продаюсь. Да, да. Лимитар, да, в количестве игр проблем нет, тут больше времени поиграть бы найти. У меня в Steam игр-то просто завались сколько. Да. Мы половину игр даже еще не поиграли толком, как бы из того, что есть, а нет-нет, даже новые прикупаются, поэтому... А на консоли играть с джойстиком, ну, для меня это будет совершенно непривычно, я... Тутаны там или стратегии. Ой, да. Джойстика вряд ли буду играть. Разве что в Дюну 2000. Кстати, когда там Дюна выйдет, интересная игра. Надо остерегаться ядовитых нетопырей. Их яд замедляет движение. О, сверху полетели. Вот их под потолок-то. Да, ляха-муха, они это самое, зафаршмачили чем-то. Ай. Я знаю, Майлз Моралес, да, я не играл, но смотрел полное прохождение. Это Человек-паук, ЧВП, да. Майлз Моралес. А, мультик, точно, Майлз Моралес. Да-да-да. Там просто это... вышло недавно, по-моему, Майлз Моралес, я не помню, где этот Веном, по-моему, что ли, появился. Да нет. В игре они там боролись, вот этот чернокожий Человек-паук. А, это вторая часть. Белокожим. Да-да-да. А насчет графики, да, я согласен, но все равно консоль не сравнится с, по графике с компом. То, что игры разрабатываются под нее, это как такой стандарт. Они уже почти здесь. Да, но это в большинстве есть. Своем все равно они урезаны, и версии ПК-шные потом, когда выходят, да, гораздо графонистее. Ну, по крайней мере, у них нет такой проблемы. Будет ли она тормозить или не будет. Ну это да. Просто вот если взять на примере GTA 5, когда она выходила, да? Какая она на третьей плойке была. И какая она потом на компе. Там же, я насколько понимаю, сейчас большинство игр, которые выпускают, они вообще в 720 пикселей разрешения идут. Типа с DLSS-ом своим. PlayStation-овским. Вообще все эти, как его, разработчики скатились по всем фронтам, на компах, и на PlayStation. Делают лишь бы сделать. Так, не пойму, что есть от гномов-то? Толк вообще. А ну там, где ты поставил, скорее всего, нет. Они ж не стреляют ничего. Нет, они кидают. Я ж смотрел. А, да? У меня же стреляющие гномы, да. Так. Предлагаю одну
штуку замуровать. Пускай идут по лестнице. А эти, которые вот эти баррикады, они не ломаемые вообще, что ли? Ломаемые. Или тоже ломаемые? Угу. Тогда я гномов не буду убирать. Вот так вот, пускай по той стороне идут. Тут. Ой. Вот идут. Вот здесь вот. Вот так вот попробую. Я просто, допустим, с детства всю жизнь за компом, поэтому, естественно, я уже от компа вряд ли откажусь. Да. Ну чё, я готов. Давай. Вон гномы кидаются бомбами. Зулджин будет отмщен. Они будут пробиваться через баррикаду, только если баррикада атакована. Только если начнут застревать. Это было забавно. Так, надо гномов переставить на эту сторону тогда. А, там уже гномов повалили. Ну, сейчас еще поставим. Гномов убивает, я что-то не понимаю. А, нет, никто не убил, они еще живые. Они на лестницах! Слушайте. Вот так крысы. А, да, вон кто убивает, воздух убивает их. Ой-ой-ой, меня сейчас грохнут. Блин, сволочи, все гномов завалили. Они
сломали, что ли? Точно сломали. Сколько ты хотел снимать, во сколько твое желание снимать? Интересный вопрос. В принципе, ну, YouTube там в каких годах появился, я даже не помню. Активно стал набирать. Блин. Да. Ну, наверное, где-то в 10-х, в 11-х годах у меня мысли стали появляться, когда все стали на YouTube пиарится, когда Мэдисон был и прочее. Я с ними был знаком, и естественно от этого мысли тоже возникали. Потом стали очень набирать большую популярность всякие любители перепродать вещи с Алиэкспресса. И появились всякие топ-10 того, топ-10 всего. И я решил, думаю, раз уж я графику компьютерную умею работать, почему бы не сделать прикольные ролики. Поэтому это было, наверное, лет 10 назад, если не больше. Я еще тогда в институте учился. В университете, точнее. О, гномы все ожили, отлично. Деньги не зря потрачены. Ну. Так. Вот баррикады работают, в принципе. Я, наверное, их продам все. И поставлю здесь их по центру. Хорошо, давай, спокойной ночи, конечно. Спасибо, что заглянул. Мы еще поиграем, да, пару часов. Вот и тоже спать. Да, точно, кстати, хорошая идея. Вот, чтобы они здесь вот под... расстреливались. Ага. Давай, спокойной ночи, Димитар. Да, доброй ночи. И куда думаешь поставить их? Я на середину пошел, повел. Ну, то есть здесь уже потолочек, его можно использовать. Ага. А гномов тогда сюда, подальше назад, да, поставить? Тебе боль для меня удовольствие, да она точно какая-то это. А, и не говори. Ты loves it. Правда. Так, ну что, ты там поставил эту? Поставил вот эту штуку. Надежно, как швейцарские часы. Да? Ну. Ну чё, смогут они расстрелять, интересно, толпу? Так они вроде неплохо закидывают, на самом деле. Армия гномов, бляха-муха. Мне эти, может, мне эти убрать штуки и на потолок поставить какие-нибудь еще тоже крупы. Поставь. У меня денег нету уже. Ну и так хотя бы. Посерединке, конечно. Ну ладно, поехал.
поднимаются. Они повсюду. Держишься? Да. У меня тут целая орава дворфов. Серия убийств 10. Они слева! Саперы идут! И они тут закидывают. Ой, сапер, бля. Не, нормально. Они повсюду! У тебя часто комбо 10 убийств бывает? Ну, довольно. Они атакуют, у меня просто постоянно 10. Ой, там эти сверху говнюки. Гномов рванули. Под люки. Гномы, живите. Они кричат, где трактир. Эти гномы. Крик подобен гному. Ай, для хера я тут делаю. Ладно. Афина, мы проведем сейчас. Там было перед рельсами поставить. Не подумал. Так бы кулешку бы проводил. Они спускаются. Они прорываются. Они атакуют баррикады! Воздух. Я всю воздух чищу. Такая штука, что она стоит на баррикаде, и они ее пытаются уничтожить. Угу. На нее не обращают. Кто ранен? Здесь квазит, да? Не трогать моих орков. Ой, этих орков, как его, гномов. Ступать.
О. Мы подобрали или у нас изначально было посложнее? Я думаю, мы подобрали. Я подбирал, потому что один череп. А, хорошо. Так, баррикада. Еще сильно нравится, что я ставлю с удовольствием. Сушилка вращает, отбрасывает врагов, требует перезарядки. Окей. Продолжить. Я опять жду загрузки. Надо пройти через портал. Надо просто нажать пробел. В старую крепость ордена? Пока что в нашем распоряжении только новые порталы. Чтобы найти источник, нужно попасть в мертвый мир орков. Минуточку, что за дела? С чего вдруг злодейка превратилась в сексапильную напарницу? Твоя сила уже сравнялась с моей? Ну же, смельчак. Сама такая. Нет, стой, я что-то не то сказал. Так, отлично. Это вроде. Сейчас посмотрим. Наверное, даже. Оттуда либо снизу идти, а снизу все стабильно. Так, это как работает? Гроза. Так, где они с обоих сторон полностью, правильно? Или нет, с этой стороны. Окей. Окей, я понял. Тогда надо их привести по рельсам, чтобы было им хорошо и весело. Так, а я пока не понял, я только новое оружие изучил. Я выберу им маршрут. Вот эти порталы, которые вдалеке, это летающие, я так понимаю, будут вылетать, да? Которые в воздухе висят, порталы. А, походу, да. Да, да, именно так. На самом деле, игра довольно простая в плане вообще. В плане всего. Вот так, идеально. Ну, интересный зато сеттинг. Сейчас двигается так забавно. Под семейку Адамс. Такая секси. Миссис Адамс. Так, что же мне выбрать-то? И что поставить?
Гномы здесь явно не нужны. Гномы будут откисать от летающих. Потолочные, боковые. Замедлялки, наверное. Ну, бомбу можно поставить. Так, если что, получается вот отсюда, тогда туда. Я на всякий случай поставлю, что ли, здесь тоже оборону уже, потому что сейчас мы первый раунд отобьем, и ведь передыха не будет, они сразу пойдут отсюда. Да, 10 секунд. Кому нужна головная боль? Вот сюда! Ставлю парочку. Так. С воздушными что делать, я хрен его знает. Ну, один смотрит, другой смотрит. Или наоборот, или все вместе. Ну, в принципе, да, тут вариантов немного. Так, а ты здесь поставил две стенки, да? Ну, чтобы они по рельсам пошли ровно. А, ты вот здесь хочешь, чтобы они вот отсюда по рельсам пошли? Да. Ага, или вот здесь по рельсам пойдут, получается. Они пойдут туда, куда я направлю. Так, у меня просто еще денег до херища. Что мне поставить? У меня есть настенные, напольные. Точнее, настенные, напотолочные и замедлялки. Я вот что-то даже не знаю. Может, потолочную поставить вот здесь? Так, баррикады. Проходе тоже. Чтобы их сносило эти. Как мне вернуться в режим книги заклинаний? Б. Работает. Не работает? Да, может, потому что ты типа уже готов нажал, может, поэтому. Может, извини, если так. Да нет, я. А, у тебя баррикад нету? Нет, я не поставил. Думал, что поставить. Okay. Думал, сейчас вернусь еще. Так. Тогда. Всем пострели! Ну все, я готов. Окей. Чудесных смертей. Давай, повтори. Я выберу им маршрут. Следующую группу в другую сторону. Иди ко мне. Они снизу! Если так пойдет и дальше, у них закончатся орки! Да. Они даже выйти не могут из портала. Я решил проблему радикально. Я подключился к Галилео.
Галилео, Галилео. Галилео. У них там просто внезапно гроза над порталом. Аптешки. Как это предсказуемо? Столько чудесных смертей. Ой, что-то денег столько. Сюрприз. Радоваться надо, нет? Ну. Что делать? Радоваться будет. Как говорили просто. Функционировать орудие выхода можно бесконечно. Блин, мне еще 5000, я не знаю, куда это все потратить. Ставлю замедлялки. Чтобы это самое... грозу применять. Баррикад на поставят, теперь они должны париться на цепь. Лучше как раз таки вместо этих ледышек поставишь. Блин. Ну не сюда. Это будет весело. Ты не поставишь. Да.
Ну все получается. Замерзнут. Замерзнут. Они сверху. Блин. Я могла еще столько сделать. Ой, тут огрены. Блин, да, я понял, про какой тайминг ты говоришь. Так сколько их было? Да, сейчас пройду. А, тут совсем стало стрелять. Будет больно. Пойду я спрыгну. Я себе проверяла. Да, ты же все спрыгнешь со скалы, да? Да у меня здоровье было 2%. Так, подвести критичный момент. Это так и случилось. Я их установлю. Так и случилось, да. А я говорил ему, что это так и может случиться. И это так и случилось. Они снизу! Было.
пойдет и дальше, у них закончатся орки. Отлично. Поставил и забыл. Орк must die. Гои атакуют. Чего? Отлично подойдет. Их задержит. Ну так. Это мои полномочия, все. Тогда жду готовности. Почему в этой игре нет твоих? Они сверху! Они снизу! Я пошел воздух! Воздух! Дроны! Так сколько их было? А, там уже прорывается, стоит. Это летающий, что ли? Да нет. Это еще не все. Просто у меня крайне слабенький посох, он хорошо сукубит. Потанцуем. Хотя пока воздух обследует. Чудесная серия.
Так сколько их было? Ебарсоте. Весь хватит, да? Чем идти, они если снизу. Можно ехать? О, это, наверное, будет больно. Больше смертей, больше. Ну, дальше у них закончатся орки. Ну вот. Игра на рун. Я понял. Обрыв. Соединение разорвано. Ага. Ты там еще играешь, да? Да, мне не вылетает. Два черепа всего получили. Ага. Мы пропустили, видимо. Ладно, дорогие товарищи. Наверное, на этом можно орков. Ну да. Перестать мочить. Да. Как-то обидно немножко. Какого черта? Видимо, у меня настолько большой разрыв, что и разрабы не были готовы к такому. Хотя я смотрю сейчас по скорости. Да мне кажется, это не в этом дело. Больно одинаково она вылетает. Да, видимо, где-то там на скриптах ломается. Обид? Угу. Надо посмотреть. Так, да. Ну, что тогда пока пойдем в этот. Да. Ну что, давай тогда пару минут перерыв и переключимся. Давай. На давай. Охоту. Да. Round holdown. Да. Ну а сейчас спасибо, дорогие товарищи, что смотрели наши набивы арчатины. И, в общем-то, лайки, подписки, шар, если вы этого еще не сделали. Вам приятно, нам полезно. И, в общем-то, будет мотивировано делать что-нибудь дальше. Вот. А сейчас всем пока. И увидимся в этой или какой-нибудь другой игре. Да? А для тех, кто продолжает, да. Будет просто перерыв на пару минут. Все.